Летом прошлого года в селе Барановка Николаевского района граждане Чурин и Ващенко поссорились. Началось все с того, что сестра Чурина пожаловалась брату на избиение со стороны Ващенко. Подмога не заставила себя долго ждать. 4 июня Чурин, решив, что он не тварь дрожащая, а право имеет, пришел в дом обидчика, чтобы отстоять честь сестры. И, недолго думая, перешел от слов к делу. Мужчина ударил другого кулаком по голове, после чего потерпевший упал на спину, а обидчик продолжил наносить удары уже ногами. В результате действий Чурина и Ващенко были причинены травмы, несовместимые с жизнью. Сначала обвиняемый признался в содеянном, а потом передумал. Первоначально в ходе предварительного следствия Чурин признал вину в содеянном. Однако в дальнейшем он изменил свои показания, указывал о том, что он находился в состоянии необходимой обороны. Удары потерпевшему он нанес, поскольку боялся, что тот возьмет топор. Также утверждал, что от тех телесных повреждений, которые он нанес потерпевшему, не могла наступить его смерть. Данные доводы подозреваемого быстро были опровергнуты в суде. Помогли в этом показания свидетелей. Односельчане видели, как Чурин наносил удары потерпевшему. Да и никакого топора, который представлял бы опасность для жизни Чурина, обнаружено не было. Суд назначил обвиняемому 7 лет колонии строгого режима. Убийца не согласился с мнением Фемиды и подал апелляцию, которую областной суд не удовлетворил. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ.